История гибели трехмесячной девочки в Великом Новгороде получила развитие. Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании отца малышки. Его подозревают в рукоприкладстве по отношению к ребенку, которое могло стать причиной смерти. Следователями была проведена проверка всех обстоятельств смерти трехмесячного ребенка, в ходе которой выяснилось, что виновником трагедии мог стать отец девочки, не раз поднимавший на нее руку. Установлено, что в семье погибшего ребенка на постоянной основе происходили конфликты между родителями, в ходе которых допускалось в том числе и рукоприкладство в отношении малолетних детей. В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза по причине смерти погибшей девочки. Предварительные данные, полученные следователем, позволяют на настоящем этапе квалифицировать действия отца ребенка по пункту Б части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Окончательная квалификация действий виновного будет дана после проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинной связи между причиненными телесными повреждениями ребенку и наступлением его смерти. Возбуждение уголовного дела по данному факту прокуратура признала законным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области. И кроме того, прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по исполнению законодательства при осуществлении работы с родителями девочки, а также полноте принимаемых органами мер по обеспечению безопасности детей, ранее воспитывавшихся в семье. Следствие ходатайствует перед судом об избрании отцу девочки меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в рамках расследования уголовного дела будут дополнительно исследованы обстоятельства гибели первого ребенка в семье.